сегодня коргау это коргау деген именно предотвратить. Вот эти камеры сами фиксируют автоматически, и сразу передают ЦОУ. ЦОУ уже оператор, его распространяет ближайшим. Через 2 минуты на твоем участке появится такой-то автомобиль, принять меры. И буквально все это с камер считывается, что он сделал, что он нарушил. Буквально он не просто его останавливает, именно за конкретное нарушение, и там убеждается. То есть мы выявили проблему, которая является... Для нас раньше была неочевидная, но мы уточнили, что у нас есть люди, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения, просто оплачивают штрафы, и тем самым не камеры, которые мы ранее устанавливали, они в отношении них не несут никакого профилактического эффекта. То есть человек оплатил штраф и поехал дальше. И для нас этот человек остается, по сути, невидимкой, выпадая с поля зрения профилактики. Сейчас мы хотим продемонстрировать наше новое решение. Это мобильное приложение Кургау, которое само в автоматическом режиме выявляет таких правонарушений, как управление транспортным средством с подложным госномером, управление автомобилем лицом, будучи лишенным такого права. У сотрудника имеется планшет, где он может просмотреть все правонарушения, которые были зафиксированы в данной автомашине. Благодаря этому, Серик, сколько у нас этих подложных номеров? Вот, только, к примеру, за короткий период мы выявили более 200 автомашин, которые эксплуатировались с подложными госномерами. И более 500 машин, которые управлялись лицами, ранее лишенными такого права. То есть, если задержан за управление состоянием алкогольного опьянения и снова сел за руль, мы определяем машину нарушителя и позволяет нам это привлечь его снова к административной ответственности. Порядка 500 фактов мы таких выявили и порядка 1500 автомашин, которые находились в ориентировке по административному уголовному делу, мы задержали. В городе Астане... Раньше они безнаказанно ездили. Раньше мы их не видели, потому что информация падала на сервер, проходила мимо сотрудника полиции. Сразу шла, можно сказать, нарушитель. Вот вопиющий случай назовите, где вот безнаказанно долго ездили с большими нарушениями. Вот, по городу Астане у нас была задержана автомашина буквально 2 недели назад. Это автомашина модели ВАЗ, ее водитель 170 раз нарушил правила дорожного движения и не оплатил штрафа на сумму 4,5 миллиона тенге. То есть это все вот камеры это... стояли, но вы дополнительно ничего не покупали, да? Ничего не покупаем, все в рамках текущего. Хочу официально заявить, ни одного бюджетного ТИН не затрачено на эти системы. Это дополнительно. Все это перенастройка, интеграция и правильная постановка задач нашим IT-службам. Ни одного бюджетного ТИН не затрачено на эти системы. Сегодня Кургау – это Кургау деген именно предотвратить.